Эти два, этот и этот. Понятно. Вы импресарио этой труппы? Я только администратор, но и это неплохо. Послушайте, а кто же ответственный за эту компанию? Маэстро Андрео. Он там с женой в зале. Маэстро Андрео. Слушаю вас. К сожалению, мы не можем грузить ваши декорации. На них наложен арест по распоряжению суда. Смотрите, какое нахальство. Не надо было сюда ездить. Хозяева гостиниц нашего города не привыкли терять своих денег, сеньора. Я ведь им обещал заплатить после первого сбора в Навальпомаре. Что делать, маэстро? Хозяева недоверчивы. До чего мы докатились? Пожертвовал своей карьерой, выйдя замуж. За такого неудачника. Прошу тебя, Аделина, я ведь не виноват, что сейчас опера не пользуется большим успехом. Ты не пользуешься успехом со своей компанией. Труппа собрана ради тебя. За меня. А может, ради твоей дуры дочери, этой кривляки, твоей сестры. Она же гордость вашей семьи. Меня беспокоит, почему ее нет. Неужели все еще спорят с хозяином гостиницы? Он хотел оставить в залог инструмент. И все-таки я спасла контрабас. Ой, пришлось завернуть его в простыню и выбросить в окно. Чехол не успела надеть. Потом его выкрала. И вот мы здесь, контрабас, чехол и я. Какое счастье. Какое бесстыдство, точнее. Это не имеет значения. Важно, что инструмент со мной. И слава богу, что здесь не так уж холодно. Послушай, Клариса, ты ведь знаешь, что у моей Аделины пошаливают нервы, поэтому мы тут с ней остались одни. А все остальные разместились в том зале. Да, и ты хочешь, чтобы я побыстрее ушла туда, где остальные разместились? Может, ты уберешься наконец и закроешь дверь? Ты боишься за свой голос? Напрасно. Хуже он уже быть не может. Так что нечего бояться. Прошу тебя, перестань. Та не нервируй ее, завтра мы дебютируем в Навальпомаре. Как с билетами, ты узнал? Все билеты проданы. Ха-ха. В этом городке нас еще не знают. Тебя не узнают, контрабасистка. А вот обо мне, я ведь для них Баттерфляй, Тоска, Джильда из Риголетты. Да, и ведьма из Белоснежки, статую командора из Дон Жуана. Андрео, помоги мне надеть чехол на инструмент. Иди к его дочке, пусть она поможет. Хоть какая-то польза от нее будет. Послушай ты, Марту не трогай, не смей трогать Марту, ты сейчас получишь. Ты ногти ее не стоишь. Успокойся. Ну ладно, ладно, ухожу, Примадонна. Марта, что же ты не зашла за мной? Не успела. Надо было уложить чемодан папы. Ну и барахло это, знаешь, о ком я? Догадываюсь. И зачем только мой брат женился на этой безголосой стрекозе? Что поделаешь? Папа добрый, любит ее. Ну да, как я люблю контрабас. А ведь я в свое время мечтала научиться играть на флейте. Ну что ж, иди, помоги мне одеть малышку. Сейчас. Спрячьте меня куда-нибудь. Меня застукали, когда я выходил из туалета. Кто это за порядок?
Выезжать из гостиницы не заплатив. А теперь его преследуют? И вот с такой дубиной. Ай-яй-яй-яй, надо что-то придумать, Где гример? Я здесь. Надо приклеить ему бороду жреца Изаиды. Ага. Лучше бороду Распутина, ее меньше знают зрители. Так. Я могу дать темные очки. Плед пригодится. Хорошо. Хорошо, прекрасно. А что-то на голову. О, дай-ка шляпу. Так, так. Хорошо, если бы рядом с ним сидела собака. Дайте какую-нибудь музыку. Разойдитесь все по местам. Быстро. Скажите, пожалуйста, вы комики? Извините, артисты. Лирический артист. А некий Гутиеррес из вашей труппы, не правда ли? Видите ли, у нас три Гутиерреса. Но тот, которого вы ищете, он не служит у нас. Ну ничего, поезд он все равно явится. А мне спешить некуда. Буду его здесь ждать до тех пор, пока у него борода не вырастет. Слушайте, слушайте. А тот, кого вы ищете, он вам должен что-то? Немного. За 10 дней постоя 6 кило мяса. Ой-во! 7 литров вина. Ой-во! 5 фунтов табаку. Ой-во! Не считая повидла, яиц, курятины. Ай-ва! 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 Son las mujeres de Babilonia, las más ardientes que el amor crea. Tienen el alma samaritana, son por su fuego de Galilea. Cuando suspiran voluptuosas, el Babilonio muere de amor. Y cuando cantan ponen sus besos en cada nota de su canción. Ahí va, ahí va, ahí va Babilonio que marea. Ahí va, ahí va, ahí vámonos a donde sea. Ahí va, ahí va, ahí vámonos allá. ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, Babilonio, que marea! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, vámonos a donde sea! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, vámonos allá! Куда вы? Это же не ваш поезд. Ты хоть предупреждай, когда вздумаешь смотреть на другую. Не болтай глупости, я не смотрел ни на кого. Еще оскорбляешь меня. Ты можешь потише, все слышат. Я этого и хочу. Ну тогда кричи, я тебе не буду мешать. Что это? Портсигар. Я раньше его не видела. И что же из этого следует? Патрисия, кто это? Моя сестра. Это ее подарок. Ты мне не говорил о ней. Официант, счет. Си минуту. Сеньор. Благодарю вас. Где портсигар? Ты спрятал его, наверное. Мерседес, верни портсигар. Что? Я положил его на стол, и ты взял его. Томель. Возьмите. Вот видишь, ты его бросил. Она может подтвердить. Нет, сеньор, это она. Она выбросила портсигар.
Я видела своими глазами. Возьмите. Спасибо. Позвольте поблагодарить вас еще раз. Вы? Разве вы не уехали на поезде? Если бы я уехал, я бы мог убить кое-кого. Кого? Одну особу. Вы ее знаете. Это могло случиться по моей вине. Прошу прощения. У меня? Или у нее? Если бы вы знали ее получше. Да, это верно. Я ее не знаю. Да и вас тоже. Я могу представиться. Нет, зачем? Вы не хотите узнать даже, как меня зовут? Нет. Если так, тогда извините. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Но, может быть, вы будете любезны сказать, как... Марта Андреу. Как? Марта Андреу. Извините меня, я хотел узнать не ваше имя, а название этой станции. Читайте. Вы не слепой. Вы сердитесь? Я вас обидел. Меня? Меня нет? А вот кого вы, наверное, обидели, так это свою жену. Ту в поезде. Угу. Она мне не жена. Тогда почему же вы были с ней? Я уже год сам спрашиваю себя об этом. И до сих пор не могли найти ответа. Да. Но сегодня нашел, поэтому я и удрал с поезда. Заночую в гостинице, а завтра уеду в Мадрид. Слушайте, а почему вы мне это рассказываете? И сам не знаю. Наверное, потому, что из-за вас я нашел ответ. А, ваш портсигар. Это любовная история, да? Нет, скорее фамильная. Подарок сестры. Вот, читайте. Дарио от Патриси. А может быть, это Патриси вовсе и не сестра? Почему у меня не может быть сестры по имени Патриси? Все потому же, что она, может, и не сестра. Ну, какое мне дело до вашего портсигара, вашей семьи и вашей Патриси? Просто вас интересует. Нет, это меня не интересует. А по-моему, да. Нет, не интересует. Почему вы на меня кричите? Потому что я хочу кричать. А? Потому что я хочу кричать. Потому что я хочу кричать. Если я задам один вопрос, вы мне на него ответите? Смотря на какой. Есть любовь с первого взгляда? Ну, не могу сказать. Почему? А потому что это наш поезд. Ваш поезд куда идет? А здесь на тюках все написано. Марта! Это мой отец. Марта, иди же! Скорей! Не забудь свой чемодан, как всегда, пустомеле. А это кто? Теща того, кто осмелится просить моей руки. Марта! Иду, папа! Вы можете порекомендовать мне гостиницу? Если я вам порекомендую, вам же будет хуже. Тогда прощайте. Прощайте. Вы так и не ответили на мой вопрос? Но. Нет. Неужели так и не ответите? Но. Нет. Почему? А нам, комикам, не нравится быть развлечением для людей, когда мне на сцене. Уверяю вас. Марта, ты собираешься садиться в вагон? А может, ты решила покинуть нас? А уйду. Слышали? Я тоже комик. Простой комик. Прощайте. До встречи. Нет, ты не поедешь за мной в Новальфамар. Гутеррес, разрешите представить. Куда вы сели? Этот вагон остается здесь. Он отцеплен от состава. Thank you.
Идет второй акт, а пока ничего не бросали на сцену. Сегодня поет моя племянница вместо бедного Гутьерреса. Умер? Нет, не умер, он занят в другом месте. Какой идиот разрешил. Папа меня выпустил на сцену. Этот болван ничего не смыслит. Больше тебя, чучело. Junto la marca soñó, él me acuerdo presente, ahora que le veo fui su siempre salón. Junto la marca soñó, él me acuerdo presente, ahora que le veo fui su salón. Hasta ya de sufrir del amor en mi vida. Боже, какой позор! Я не переживу этого, и все это из-за твоей дочери. Аделина! Тебе придется выбирать, если ты простишь ее. Как это? Или я, или она. Я люблю вас обеих. Вот это ты плохо. Кошка с собакой не могут ужиться под одной крышкой. К тому же твоя сестричка вечно заступается за девчонку. Нет, хватит. Вот оно отношение к искусству. Никакого уважения. В той же степени. Скажи, ты любишь лук-порей? Нет, не люблю. Сегодня они что-то поскупились на апельсины. Ну что ж, можно идти домой. Папа сказал, чтобы я не уходила. Представляешь, что меня ждет. Я заслужила это. Есть из-за чего расстраиваться. Все великие артисты с этого начинали. Кидали люстры на голову публике? Нет, их поначалу освистывали, но они не сдавались. И в один прекрасный день к ним приходила слава. Неужели ты думаешь, что она и ко мне придет? Придет, конечно, я уверена в этом. Ах, я уж не надеюсь, что когда-нибудь исполнится моя мечта. А о чем же ты мечтаешь, Марта? О блестящем успехе в настоящем театре. О да, как будто я пою. Что-то простое и задушевное. Песня льется из сердца. Мой театр полон, ни одного свободного места. В ложах мои друзья, почитатели моего таланта. Аплодисменты без конца. А в оркестре звучит моя любимая мелодия. Продолжай. Я пою песню о любви, о счастье, которое ты дал мне, любимый. Yo te quiero, vida mía, desde el día que llegaste junto a mí, y no supe lo que hacía, vida mía, enamorándome de ti. Cuando escuches otro día la armonía de la lluvia en el cristal, no te olvides, vida mía, todavía no podemos olvidar. Quizás si tú no me puedes creer, puedas oír otra vez mi canción,
que va a llevar el recuerdo de ayer hacia ti, vida mía. Yo te quiero, vida mía, desde el día que llegaste junto a mí y no supe lo que hacía, vida mía, enamorándome de ti. Cuando escuches otro día la armonía de la lluvia en el cristal, no te olvides, vida mía, todavía no podemos. Могу я у тебя узнать? Что, тетя? Кто тот счастливец, для кого ты с таким чувством пела? Это для всех. Для тех, кто сейчас заполнил театр. Я видела их отчетливо, как будто они были здесь... Призраками. Да, тетя. Призраки, которые мне улыбались и аплодировали. Среди призраков был один, который нравился тебе больше остальных. С чего ты взяла? Ты просто глаз не сводила с седьмой ложи. Это верно, тетя. Там был один. Элегантный, загадочный. И мужественный. Спасибо. Ах, тетя Клариса, призрак все еще в ложе. И я его не только вижу, но и слышу. Твой призрак? О, полно. Перекрестись, какой же это призрак? Это живой сеньор. Ты его тоже видишь? Ну, конечно, еще бы не видеть. Он неплохо выглядит. Очень, очень приятный призрак. Добрый вечер, сеньор призрак. Добрый вечер, сеньора. Как поживаете, Марта? Вот так, призрак, нечего сказать. А я тут с луком в руках. Побудь пока наедине со своим духом, а я пойду приведу себя в порядок. Позвольте привидению испариться на минутку. Не кажется ли вам, что шутка несколько затянулась? Я серьезно. Испариться через дверь, чтобы подойти к вам поздороваться. А зачем вы здесь? Чтобы видеть вас. И вы меня видели на сцене в этой опере? Да. О, нет, серьезно. Что вы здесь делаете? Жду поезда. Послушайте, неужели вам доставляет удовольствие смеяться над девушкой, которая готова на все, чтобы заработать себе на хлеб? Нет, мой поезд идет ночью. Напрасно я пришел на спектакль. Нет, мне стыдно за весь этот ужас. Вы, наверное, смеялись. Немножко. Но поверьте, с большой симпатией. Больше того... Мне было вас жаль. Вы этого не заслужили. Верите мне? Да. И еще многое надо вам сказать. Говорите же. Не сегодня. Пока это только в мыслях. Но ведь я не умею их читать. Сумеете, я буду об этом думать. Постоянно. Что-нибудь хорошее? Да. И все-таки я хотела бы услышать. Боюсь, что вы мне не поверите. Почему? Вчера еще мы были незнакомы. Сегодня я о вас знаю только то, что вас зовут Марта. А вы даже не сказали свое имя. Но я все равно его узнала. Она на вашем портсигаре. Хотите, я сейчас схожу за ним? Да. Марта! Я здесь, папа. Нам нужно поговорить. Сейчас или попозже? Сейчас, сию минуту. Хорошо. Я тебя жду. Иду, иду, папа. Пора, сеньор. Осталось 20 минут до отхода поезда. А следующий когда? Завтра ночью, сеньор. Один поезд в сутки. Поехали. Я заберу костюм вашей племянницы, он ей немножко велик, я подправлю. Боюсь, он больше не понадобится ей. Как? Теперь, когда она впервые вышла на сцену? Именно поэтому. Она такой успех имела, что это был и дебют, и прощание. Я не видела, но мне говорили. До свидания. До свидания. Боже, помоги ей.
Что с тобой? Почему ты плачешь? Придется уйти от вас. Его жена сказала, или она, или я. Это фальшивая шарманка? Мы еще посмотрим. А куда ты пойдешь? Откуда я знаю? Нет, пока я еще жива, этому не бывать. Пойду сейчас к ним и устрою головомойку. Я скажу все, что я думаю о ней. Послушай, ты на тебя. Не теряй время. Что-что? 10 минут, и ты увидишь, что все уладится. Я сказала все, что думала. 10 минут, и я уже была на улице. Но ей сейчас тоже не слышно. Заехала в глаз, так что теперь она 3 недели никого не сможет играть, кроме одноглазой принцессы. Но нет худа без добра. Завтра мы все будем в Мадриде. Кто это все? Кто-кто? Ты, я и мой контрабас. А, господи, неужели там не повезет? Не сомневайся. Забудь нашу оперу, голодные поездки, тухлые овощи, нищие гостиницы. С прошлым все кончено. Да-да, будем надеяться на лучшее. Ах, попасть бы в настоящий театр. И через год все газеты будут писать о Марте Андреу. Нет, придумай другое имя, более благозвучное и легкое. И на всех афишах Мадрида оно будет напечатано крупными буквами. Театр Аполло, сенсация года, Луиза Мариваль. Театр Ромео, дебют Луизы Мариваль. Луиза Мариваль. Войдите. Можно начинать, сеньорита Мариваль? Подождите еще 5 минут. Здесь журналисты хотят вас видеть. После спектакля. Хорошо. Сеньорита Мариваль? Да. Телеграмма. Войдите. Открыть телеграмму, сеньорита Мариваль? Я же тебе говорила, что не хочу читать никаких телеграмм перед выступлением. Если там такое известие, что будет с моим голосом? Хорошо, сеньорита. Не давай. Нет. Как я смогу работать, если в мозгах у меня будет эта телеграмма? Ну, давайте. Ты хочешь ее прочесть? Да, сеньорита. Луизе Мариваль, театр Ромео Мадрида. Прекрати, довольно. Но ведь вы же хотели. Чтобы ты про себя прочитала ее и ничего мне не говорила. А, понимаю. А ну-ка, посмотри в глаза. Я вижу, ты что-то от меня скрываешь. Нет. Да-да, что-то страшное. Нет, сеньорита. Театр Эсмеральда осмеливается еще раз напомнить, что если вы не прибудете в Буэнос-Айрес до 20 числа своего месяца, контракт с вами расторгается, секретарь Орек. После такого известия, как я сейчас выйду на сцену? Я не знаю, сеньорита. Сходи за Рамосом. Только не говори, что я хочу с ним говорить. Ну, тогда он не пойдет. Скажи, чтоб пришел. Не потому, что я хочу его видеть. А что? Что с ума сходите? Как? Что с ума сходите, потому что получили вот эту телеграмму, и чтобы он немедленно пришел сюда. И вас успокоил? Да-да. Спасибо. Ты прелесть. Разрешите войти? Да, пожалуйста. Добрый вечер. Сеньор Рамос. Сеньорита Мариваль хочет вас видеть. Это очень срочно. Да, да. Сию минуту. Марта, какая-то сеньора ждет тебя у входа. Иду, спасибо. Тетя? Кажется, сейчас подходящий момент. Понимаешь, тетя, мне удалось найти ход к компрессарио. Ты думаешь, детка, он меня возьмет? Верное дело. Ну, конечно, в оркестр. Значит, я гожусь только для оркестровой ямы. Ах, нет, что ты, тетя? Ты элегантнее, красивее многих примадон. Пошли, я представлю тебя импресарио. Он собирается жениться на Мариваль. Дай бог ему удачи. Теперь я поняла, что стоит твои обещания. Противный, вот я, вот. Луиза, это же серебряная. Не возражай, когда я злюсь, у меня пропадает голос, ты же знаешь. Умоляю тебя, успокойся. Не желаю, я всем для тебя пожертвовала карьерой, мечтой, юностью. А чем ты мне ответил? Скупердяй. Но ведь дома в Сан-Себастьяне очень дороги в этом году. Купи в рассрочку. И в рассрочку тоже надо платить. А, ты хочешь бесплатно? Или купишь виллу, или я сейчас же уезжаю в Буэнос-Айрес. Ну, Луизочка. О, не смей называть меня больше Луизочкой, я запрещаю. И убирайся отсюда, скряга. Луиза. Рабовладелец. Ты увидишь, как это будет. Он входит, я подхожу к нему. Сеньор Рамос, или лучше... Алло, Рамос, это моя тетя, познакомься. Думаешь, если сказать, что я твоя сестра, то он не поверит? Тут главное не степень родства, а как ты выглядишь. А, ну да. И так он входит. И я ему говорю, разреши тебе представить лучшую контрабасистку мира. Приберегите свои артистические способности впрок для другого театра. Да, сеньор, да.
Вы приходили насчет телеграммы, да? Да, сеньор. Да, сеньор, да. О, нет, сеньор, нет. Тогда что же вы здесь делаете? Что вы, собственно, от меня хотите? Да просто хотели вам сказать, что... что ничего не хотели от вас. Так я вам скажу. За то, что вы посмели прочитать телеграмму Луизе, я вас увольняю. Ну, послушайте, она как раз хотела объяснить... И вас увольняю вместе с ней. Ха, меня? Меня нельзя уволить. Это почему же? А потому что вы меня еще не приняли. И не приму. Убирайтесь. Да, да. Идем, тетя. До свидания. Да, сеньор, да. Похоже на то, что мы ему не понравились. Я очень сожалею, тетя, что так получилось. Марта! Где ты там? Одну минуту, сеньорита. Ты подожди, я сейчас вернусь. Она хочет попрощаться. В этом театре какая-то мания. Все только и делают, что прощаются друг с другом. Ну, хорошо, я тебя подожду. Сеньорита. Где ты пропадаешь? Я ему хотела сказать, что... С ног сбилась, никак не могу найти свой шарфик. Куда ты его сунула? Он у вас в руке, сеньорита. Ах, правда. Здесь скоро того гляди и голову потеряешь. Здесь не манекен. Хор уже на сцене, готовьтесь. О, боже. Сказала ей прощай. Нет, не успела. Тогда пойдем отсюда. Неплохо бы сейчас поужинать. Нет, сперва надо с них получить то, что я заработала. А то нам не на что будет поужинать. У тебя ведь тоже не гроша. У меня единственное, что есть из металла, ключ от комнаты. Ха, пойдем к администратору. Он сейчас, наверное, на сцене. Идем. Soy del bazar de un gran modisto, famoso en París. La maniquín. Не мешайте ей петь. Это называется петь. Ради бога, тетя. Con mi elegancia propia. Катастрофа! Она потеряла голос. Она потеряла голос. Это еще не хватало. Ой. Без голоса она лучше смотрится. Сеньор Рамос, катастрофа, что будем делать? Сеньорита Мариваль не может петь. Я этого и боялся. У нее пропал голос. Да, сеньор. Она уже на сцене. Да, сеньор. А у вас не пропал голос? Нет, сеньор. Так что же делать? Я попробую, сеньор Рамос. Soy del bazar de un gran modisto, famoso en París. La maniquí que viene a España, hermoso país. Con mi elegancia propagar las novedades del bazar. Y yo voy con los madrileños a flirtear. Maniquí, maniquí, veleta coqueta nací. Maniquí, ay, maniquí, soy fría, muy fría de aquí. Dicen que soy una muñeca de igual condición que un maniquí de blanca cera, de mimbre o cartón, porque fingiendo gran amor con un acento embriagador. Y yo voy como las abejas de flor en flor. Maniquí, maniquí, veleta coqueta nací. Maniquí, ay, maniquí, soy fría, muy fría de aquí. Thank you.
кокета? Sí, muy coqueta. Maniquí. Ay, maniquí. Soy fría, muy fría de aquí. Это ты! Ты во всем виноват! Этого еще не хватало, чтобы Луизе Мариваль кто-то одалживал свой голос! Простите меня, сеньорита, я хотела помочь, помочь вам. Помочь Луизе Мариваль? Да вы соображаете, что вы говорите! К счастью, я ее уволил полчаса тому назад. Кто это тебе дал право увольнять моих служанок? Ты остаешься. Остаешься у меня, и спасибо за помощь. Будешь получать вдвое больше. Да-да, сеньорита, благодарю вас. Ты поедешь со мной в Буэнос-Айрес? Нет, сеньорита, я не могу оставить мою тетю. Что умеет делать твоя тетя? Она умеет, умеет играть на контрабасе. Прекрасно, пусть она соберет мой багаж. С удовольствием, я умею и багаж. И она будет моей секретаршей. Теплоход отплывает послезавтра. Двенадцать, 13, 14, 15, 16. Еще 7 больших в трюме. Всего 23, все правильно. Сочувствую, трудно путешествовать, когда столько багажа. Сразу видно, вы никогда не ездили с контрабасом за спиной. Наша звезда еще не появлялась? Так можно и опоздать, через 20 минут корабль отплывает. Она всюду опаздывает. Такая уж у нее привычка. Смотри, не похоже на фото в паспорте. Гимназистка. Может, что случилось? Она у своего Рамеца. Идет прощальная баталия. Что ты хочешь, чтобы я опоздала на пароход? Это тебе не удастся. Что ты молчишь? Говори что-нибудь, если уж ты пришел. Посмотри, что я принес. Что это? Это купчая на виллу. Неужели? Почему ты мне сразу не сказал? Ты мне рта раскрыть не позволила. Бедняжка. Он так обо мне заботится, а я не даю ему говорить. А что с ним будет? С кем? Да с контрактом. Может, обойдется? Отложу поездку. Это точно. А насчет моей виллы, это точно? Да. Буэнос-Айрес подождет. Дорогой, я тебя обожаю. Позаботьтесь о моих вещах. Насколько я задержусь, сообщу позже. Прошу запомнить, никто не должен знать, что я не еду на пароход. Это очень важно, иначе с меня потребуют неустойку. Луиза Мариваль. Пай! Что ж, надо исполнить ее желание. Сеньориты Мариваль дома нет. Нет. Простите, я хотела сказать в каюте. Мэтр Тотель сказал, что она завтракала в каюте. Да, завтракала. Но сейчас ее укачала. Простите, но она поет. Это во сне. Во сне она бредит. Маники, белета, кокета, нати. Маники, тарари, тарарам, тарам, дам. Вам здесь больше нечего делать. Я же сказала, что ей нехорошо. Маники, маники, кокета, белета, нати. Клариса? Да-ра-рам. Клариса? Извините, меня зовут. Куда? Сеньора, нельзя. Нельзя, она нездорова. Сеньорита, познакомиться с вами такая честь. Вы направляетесь в Буэнос-Айрес? Да, Буэнос-Айрес. То есть нет, не Буэнос-Айрес? Будьте добры, если можно, ваш автограф. Автограф? Да. Сеньор, это ошибка. На фотографиях вы не похожи на себя. Вы гораздо лучше в жизни. Благодарю. Как будто другая женщина. Ну, конечно, другая. Да, другая, сеньор, это досадная ошибка. Тут... Давайте. Пожалуйста. Луиза? Мариваль. Добрый вечер. Сеньорита Мариваль, мои гости. Очень приятно. До
Разрешите поблагодарить вас за оказанную нам честь. Наше терпение вознаграждено, мы вас ждали 4 вечера. Видите ли, я привыкла есть у себя в каюте. Почему? А потому что так да, лучше. Да, потому что в каюте безопаснее. Да-да, вы же знаете, у всех звезд есть свои бани. Луиза оставалась в каюте и боялась кораблекрушения. Что вы говорите? С палубы человека быстро смывает волной за борт. Вы опаздываете. Тысячу раз прошу прощения, сеньорита Мариваль. Вы позволите? Да, пожалуйста. И воцарилась тишина. У нас в Испании при этом, говорят, пролетел ангел. Или прошел ослик. Вы себя плохо чувствуете? О, нет, наоборот, очень хорошо. Мне сначала было неважно, а теперь уже лучше. Вы не хотите потанцевать? Простите, я плохо танцую, сеньор Ледезма. Не может быть. Я видел, как вы танцуете. Видели? Да. Когда? Месяц назад. Это было похоже на сон. Вы меня узнали? О, вас невозможно не узнать. Вы почетные гости капитана. Знаменитая Луиза Мариваль. Хотите потанцевать? О, да. Прошу прощения. Я был в Лондоне, когда там дебютировала Мариваль. И видели ее? Нет, не достал билета. Мне так и не пришлось попасть на ее концерт ни в Берлине, ни в Праге. О, вы были в Праге? Угу. Подумайте, сколько вы путешествовали. Много. А вы были в Японии? Нет. А, очень жаль. Это очень интересно, ни на что не похоже. И вы знаете, глаза у них у всех вот такие. Кроме нас с вами никто не танцует. На нас все смотрят. Пусть смотрят. А может быть, вы больше не хотите? Да, пожалуй, довольно. Вернемся к столу. А это обязательно? Нет, можно выйти на палубу, если вы меня не боитесь. А не слишком ли много вы о себе воображаете? Ваши друзья меня возненавидят. За что? За то, что я вас похитил. А, не беспокойтесь. Я не знаю их. А меня вы знаете? Не знаю. И все же где-то мы с вами встречались. Да, возможно. Я столько ездила на гастроли. Может быть, в Париже? Театр Олимпия? А, пожалуй. Неужели вы меня не видели на сцене? Откровенно говоря, не видел. Тем лучше. Почему? Ну, просто так. Как прекрасно. Это поют эмигранты, пассажиры 3-го класса. Тоскуют по родине, которую они покинули. Идемте. Мне интересно. Почему? Вам этого не понять. У вас есть все. Успех, деньги, аплодисменты. А у них ничего. Да, это правда. У меня все есть. Они даже не знают, что с ними будет завтра. Сын
O sai rinos da ria, non sei cantar, non sei rei. Sin, o sai rinos da ria, non sei cantar, non sei rei. Вот теперь я услышал, как вы поете, сеньорита. И причем впервые. Первый раз, как многие другие. Спокойной ночи. Вы уходите? Мое общество вам наскучило. А сейчас я могу сказать. Вы ничего не понимаете. Сеньора, можно вас? Да, я вас слушаю. Вы секретарь Луизы Мариваль? Да. Нам не хватает четвертого для партии в покер. Может быть, сеньорита составит нам компанию? Луиза в жизни не играла в покер. Не говорите так, по слухам, она замечательно играет. Что вы говорите? Если вам удастся ее уговорить сыграть с нами, мы бы сделали вам замечательный подарок. Маловероятно, что я смогу уговорить Луизу. Единственное, что я могу для вас сделать, это принять подарок. Что? Не дадите? Тогда прощайте. Это будет нетрудно. Что с тобой? Ничего. Да ты радоваться должна. Ты сенсацию сегодня вызвала. Все было как во сне. Не знаю, хватит ли у меня сил продолжать притворяться. Капитан хочет, чтобы мы приняли участие в празднике перехода через экватор. Не могу больше носить туалеты Маривали, пользоваться ее украшениями. О, подумаешь, она поручила нам такое ответственное дело. А разве она не просила нас скрыть ее отсутствие? К тому же она оставила нас без гроша. No ha sido tu cara, ni ha sido tu pelo. No ha sido tu boca, tampoco tus besos, nada, nada de eso me incitó al deseo, nada, nada de eso me incitó al amor. Si te amo, no busques locura en mi anhelo. Mi amor no precisa, mi amor no precisa de encantos ni sueños. Nada, nada de eso me incitó al deseo. Nada de eso me incitó al amor. Es solo tu alma, tan limpia y tan pura. Es solo tu alma que yo venero, nada, nada, solo tu alma. Я плохо пела? Божественно. Почему же вы не дослушали песню и ушли? Она вам не понравилась? Очень понравилась. Трудно слушать такую песню, если она обращена не к тебе. Галантность? Ревность, скорее. Хоть и без оснований. Как прикажете понимать? Снова комплимент? Нет, правда, как то, что меня зовут Дарио.
А вас, Луиза Мариваль? Вы не верите? Наполовину. Мне хочется верить. Все это путешествие так странно, как во сне. И несмотря на это, я хочу, чтобы оно не кончалось. Завтра мы прибываем в Буэнос-Айрес. Тут счета за обслуживание. Ресторан, парикмахерская, бар. Как много счетов. К сожалению, я не могу заплатить. Нужно поменять деньги. У нас на борту есть обмен валюты. Что вы говорите? Любой? Любой, кроме рублей. Какая жалость. А у меня как раз все в рублях. Ну все, представляете? Какая жалость. Похоже, деньгами распоряжается секретарь. Сегодня или никогда. Дадим ей выиграть первые две партии, чтобы она нам доверилась. А потом... Официант, прошу вас, пойдите в каюту 128 и попросите сеньориту Мариваль, чтобы она прислала мне 100 тысяч песет купюрами по 100. Мы можем начинать играть, или вы предпочитаете подождать, пока принесут деньги? Ну что? Тогда начнем. Я такая невезучая. И мы редко играем. Ставлю 100. Я тоже. И я. Еще карту? 3. 2. 2. Одно для меня. 500 песет. 500? Вы открываетесь? Нет. Я тоже. Двойной пас. А у меня 50. Тогда вы выиграли. Конечно. Как мне повезло. Ведь выигрывать вначале плохая примета. Я сдаю. А я пока обернусь 3 раза вокруг стула. Говорят, это приносит счастье. А я ставлю 100. Положу, когда мне деньги принесут. 100 и еще 1000. Пропускаю. И я тоже. Я пробую. 1. 2. 2. А что здесь? Извините. Я кладу 300, 400, ну хорошо, 1000. Вам решать, сеньора. Тогда 1500. Пас. Пас. У меня покер 4 семерки. Как вам везет, сеньора? Посмотрим, надолго ли это. Посмотрим, что-то деньги не несут. Клариса, сеньорита, она идет. Вот зачем ты просила денег, чтобы играть? Сколько раз я тебе говорила, что не хочу, чтобы ты рисковала моим состоянием за карточным столом. Сеньоры, простите. Последний раз это было в Монте-Карло. Я думала, она исправилась. Тогда она провела 8 дней в тюрьме. Как причалим, я сразу отправлю тебя обратно в Испанию. Да, сеньорита Луиза, но эти сеньоры, они понимают, в каком ты положении. Немедленно уйди отсюда. Немедленно. Да-да, конечно. Простите, сеньоры. Простите. Пойдем, я сказала. Уже иду. Как бы я хотела остаться. Молодец. Как игра? Неплохо. Пойду заплачу по счетам, а то нас выбросят за борт. Боже мой, так бы и было, если бы ты меня не спасла. Добрый вечер. Простите, меня напугали. Я не хотел. Не вы. Меня испугало то, что сказала мне мой секретарь. Простите, я не могу это повторить. Я вижу, вы улыбаетесь. Это бывает нечасто. Вы наблюдаете за мной? Да, потому что вы мне интересны. Я пришел попрощаться. Правда. Завтра мы прибываем в Буэнос-Айрес. Мы увидимся. Почему бы и нет? Вы опять мне скажете, что где-то меня уже видели. Вам было обидно это услышать? Нет. Но мне бы хотелось больше знать о той, с кем вы меня путаете.
Может быть, ей бы это польстило. Ваша невеста? Я видел ее всего два раза в жизни. Вы говорили с ней? Достаточно, чтобы никогда не забывать ее. Любовь с первого взгляда? Может быть. По крайней мере, неизгладимое впечатление. А воспоминания? Портсигар и деревенская станция. Вы правда не знаете, кто она такая? Не знаю, о ком вы. Курите? Я не Луиза. Это не важно. Все артисты меняют имена. А если я не таким кажусь? Кто из нас такой, каким кажется? Ваша любимая песня. Что вы скажете о последней парижской моде? Вы одобряете короткие юбки? Скажите что-нибудь для прессы Буэнос-Айреса. Хорошо. Вы услышите нечто сверхсенсационное, но прошу дать мне слово, что вы мне поверите. Да-да, сеньорита Мариваль. Конечно, конечно. Я не Луиза Мариваль. Во всяком случае, это что-то новое. Значит, вы выступаете инкогнито. Когда дебют? Когда можно прийти к вам в отель? Видите ли, я пока сама еще не знаю, где находится мой отель. Поэтому можете прийти куда угодно. Простите. Никакого толка. Звезды, они все такие, со странностью. А есть новости? Никаких новостей. Я узнавала и на почте, и там ничего нет. Ни денег, ни известий от этой Примадонны. Что будем делать? Один бог знает. Что? Надо поговорить с ним. С кем? С Дарио. Помочь нам сейчас только он сможет. Сеньорита Мариваль, мне хотелось бы с вами попрощаться. Благодарю, капитан. Наше путешествие было очень приятным. Не знаете ли вы, где сеньор Ледезма? На берегу. Он уже давно сошел. Странно. Даже не простился. Сеньорита Мариваль? Извините, это вы, сеньорита Мариваль? Простите. Если вы не возражаете, да, сеньор, это она. Я от импресарио театра Эсмеральда. Он просил вас немедленно приехать к нему. Этот букет мне? Да, он просит прощения за то, что не смог вас встретить. Я вас провожу. Так вы уезжаете? Как видно. Смею надеяться, что возвращаться вы будете на моем корабле. Мне бы этого очень хотелось. Тогда мы прощаемся ненадолго. Удачи. Дай ты Бог. Я уже предупредил его, он вас сейчас вызовет. Большое спасибо. Тебе не кажется все это подозрительным? Если он думает, что ты та, кем ты не являешься, как он смеет заставлять нас ждать? Прошу тебя, тетя, у меня и так нервы на пределе. Вы тоже ждете? Импресарио. Нужно запастись терпением. Я каждый день прихожу. Вы артистки? Обе. Дуэт? Нет, только я пою. А вы что-то продаете? Нет, тоже пою. Говорят, неплохо. Поэтому решил испытать судьбу. Здесь новый импресарио. Я волнуюсь, как и вы. Мы не волнуемся. Что за глупость? Разве ты не боишься? Я? Очень. А я еще больше. Прошу вас следовать за мной, сеньорита Мариваль. Так вы Луиза Мариваль? Великая испанская певица? Вполне возможно. Простите, я не узнал вас, но вы совершенно не похожи на фотографиях тех в газетах. Нет, вы гораздо красивее. Наверное, я первый аргентинец, который спешит пожелать вам успеха в Буэнос-Айресе. Да, первый. Я приду на ваш дебют. А я на ваш. Как вас зовут? Карлос. Карлос Гардель. Сеньорита, прошу вас. Пойдем скорее. Нет, только она. Но я ее секретарь. Простите, но ждут только ее. Как скажете. Какой он неприятный. Как вас принял наш город? Пока все хорошо. Как сказал, выбросившись с 10-го этажа, пролетая мимо 3-го. Благодарю. Прошу вас, сеньорита Мариваль. Прошу. Что? Вы? Вы простите мне этот сюрприз. Не нужно было скрывать это от меня. А я и не собирался.
Я просто хотел поближе познакомиться с певицей, с которой мы заключили контракт. Вот и все. Могли бы мне сразу сказать, что вы импресарио. Импресарио? Нет, тогда я им не был. Я только что принял этот пост в театре, который принадлежал моему отцу. Значит, с первой же встречи на пароходе вы уже знали, кто я. Подозревал, что вы были не той, за которую... И вас, наверное, это очень развлекало. Оу, не очень. Знаете, что я вам скажу? Что? Мне очень приятно, что все так получилось. Приятно, что не будет дебюта. Приятно, что вы все так испортили. Ничего я не испортил. Луиза Мариваль выступает сегодня. Ах, так? Да. И где, прости? Здесь, передо мной. Я? Да. Вы с ума сошли. Это похоже на розыгрыш. Дайте мне программу дебюта. Говорю вам нет. Я говорю да. А я говорю нет. Нет. И еще раз нет. Soy maja aristocrática y en los más elegantes salones marquesa democrática me titulan por mis aficiones a pesar de mi abolengo de modelo a pintores serví y sangre chula tengo aunque en un gran palacio nací y las gentes de mi pueblo siempre me dicen así viva Lucía reina de la alegría vida y alma daría yo por ti anda chiquilla eres la maravilla y la sal de la villa de Madrid Las horas del crepúsculo me permiten fingir devaneos. Olvido los escrúpulos y me dejo querer sin rodeos. A un torero madrileño le he tirado un clavel reventón. Haciéndole mi dueño mientras suena la gran ovación. Si presumo es porque puedo repartir mi corazón. Viva Lucía, reina de la alegría, vida y alma daría yo por ti. Anda chiquilla, eres la maravilla y la sal de la villa de Madrid. Anda chiquilla, eres la maravilla y la sal de la villa de Madrid. Как она поет? Замечательно, я в нее верила. Что ты делаешь? Вернись. Тебе аплодируют. Да, конечно. Замечательно, брат. Я не вижу сеньора Ледезмы. Так, он здесь уложится со своей невестой. Он с невестой? Да, сеньорита Патриси. Патриси? Но так зовут его сестру? О, нет, нет, у него нет сестер. И братьев тоже. Ну, идите на сцену, вас вызывают. Луиза, иди поклонись. Для артиста главная публика. Иди, детка. Браво! Еще Сегодня я многим рисковала, сеньоры. И ты выиграла! Браво, Луиза! И в награду за то, что вы были ко мне снисходительны и простили мне мои недостатки. Позвольте мне спеть для вас лучшую песню вашей страны. Танго! Это действительно смертельный риск. Не бойся, малышка! Ты всех покорила сегодня. Идем, переоденься скорее, пока оркестр сыграет для публики. Не пойму, что творится со мной. Тоска какая-то. Немного грусти, это подходит для танго. Да, но не слишком много. Иди, иди, переоденься. Музыка.
busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar o de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí al olvidar al que ayer lo destrozó, y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Да, сеньор Ледесма, мы читали все газеты. Все газеты до небес превозносят Луизу Мариваль. Но что будет, когда об этом узнает настоящая Луиза Мариваль? Я представляю себе, какой будет концерт. Марта, она отлично себя чувствует, вся сияет от счастья. А? Нет, Дон Дарио, нет, мы вас вчера не ждали. Ну, я понимаю, сколько было забот и хлопот. Вот. Да-да, сеньор, да, несомненно. Я сказала Марте, что вы звонили. Она сейчас спит. Ваши цветы, да, они прелестные, с этой красной лентой. Стоят на самом видном месте. Большое спасибо. До свидания. Ах, как у меня только язык не отсох от такого вранья. Можешь сказать правду, что я не хочу его видеть. В конце концов, ничего он такого ужасного и не совершил. Наоборот, из-за него у тебя сегодня самый счастливый вечер в жизни. Самый несчастливый. Ну, это уже слишком. Ну, привел он свою невесту в свой театр. Ничего тут такого нет. Он у тебя руки не просил, если я не ошибаюсь. Ах, тетя, я не хочу о нем больше слышать. Но он будет опять сейчас звонить. Ну, что ты скажешь? Что ты прикажешь сказать ему на сей раз? Слушаю. Как-как? Да, да. С тобой хочет поговорить женщина. Я ни с кем не хочу говорить. Она сказала, Патрисия. Да, это я. Хотите меня видеть? Пожалуйста. Подумай, что ты делаешь. Да, свободно. Сейчас приеду. Нет, не бойтесь, не задержусь. Будьте любезны, скажите, где вы живете, ваш адрес. Вчера мне не удалось познакомиться с вами, поэтому я осмелилась попросить вас прийти. И мне хотелось с вами познакомиться. Значит, Дарио говорил вам обо мне? Да, сеньор Ледезма мне о вас говорил. Прошу вас, садитесь. Благодарю. Сядьте, иначе я могу подумать, что вы раскаиваетесь, что пришли ко мне. Нет, это не так. Теперь скажите откровенно. Дарио говорил вам обо мне? Откровенно, нет. Я не знала ничего до вчерашнего дня. Не знала, что вы его невеста. Это не совсем так.
Не считайте меня наивной и не пытайтесь обмануть. Вот портсигар. На нем написано два имени. Дарио от Патриси. Узнаете? Да, я подарила его в день помолвки. Так это правда? Значит, вы поженитесь? Мы должны были это сделать 3 года назад, но все как-то откладывали. Почему же он так долго не решается? Это не он. Я не решаюсь. Вы его не любите? Люблю беспредельно. Никого и никогда я так не полюблю в жизни. Но тогда... Дарио самый благородный человек на свете, самый добрый. Так, кто станет его женой, будет по-настоящему счастлив. И если так, почему вы не решаетесь стать его женой? Потому что после этой даты на портсигаре со мной произошло несчастье. И есть еще одно обстоятельство. Будьте со мной откровенны. Дарио любит вас. Да-да. Вчера он сам мне сказал. Можно было и не говорить. Как он смотрел на вас, когда вы пели. Он любит вас. Да-да. Очень. Поверьте. Но ведь вы же с ним были помолвлены. Поэтому я и поехала с ним в театр. Потому я и пригласила вас сюда. Я хотела познакомиться с той, которая принесет Дарио счастье. Но он никогда мне не предлагал стать его женой. Это не важно. В добрый путь, дорогая. Сеньорита Мариваль. Зовите меня Марта. Это мое настоящее имя. А меня ты знаешь, как зовут? Патрисия. В добрый путь, Марта. Благодарю ее, Патрисия. Итак, мы подружились. И ты меня хочешь о чем-то спросить? Разъяснить тебе то, что ты не можешь понять. Я могу сказать тебе одно. Жалость не может нам заменить в жизни любовь. Запомни, Марта, у меня хватило сил помнить об этом. Разрешите? Да. Вы звонили, сеньорита? Чай остыл, принесите нам горячего. Когда женщины увлечены болтовней, не забывают обо всем на свете. Да. Я очень рада, но я немного устала. Ты простишь меня? Благодарю. Я приглашу маму выпить с ней чаю. Томас, ты проводишь меня в спальню? Да, сеньорита. Прощай, Марта. Сеньорита Патрисия. Я. Простите меня. Простить тебя? За что тебя простить? Ой. Падение с лошади вот уже больше 3 лет тому назад. И ничего нельзя сделать? А ты бы женился на ней? Да. По любви? В таких случаях не знаешь, где кончается любовь и начинается долг. Какой ты благородный. Но она благороднее тебя. Думаешь, она будет сильно страдать? Она очень умная женщина. Она страдала бы больше, видя меня рядом с собой. Но ты бы из благородства заставил бы ее поверить, что тебе хорошо. Бедная Патриция. Если бы она слышала, она бы очень расстроилась, узнав, что ее жертва была напрасной. Почему напрасной? Мы не похожи на счастливую пару. А я счастлива. Совершенно. Тогда не забывай, мы пришли на дебют одного из твоих коллег. Да, Карлос, первый аргентинец, с которым я познакомилась. La primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego,
He estado el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Y al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Друзья, сегодня в старом районе порта праздник. Нас почтила своим присутствием знаменитая певица, прибывшая из Испании. Прошу поприветствовать с теплотой и любовью Луизу Мариваль. Луиза Мариваль не может отказать нам в очаровании своего пения. Нет, нет, прошу вас. Неужели вы откажете скромному дебютанту? Танго. Corrientes 348, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor, pisito que puso Maple, piano, estera y velador, un teléfono que conteste, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle al amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Qué suave terciopelo, la media luz de amor. Juncal 1224. Telefonea sin temor, de tarde te colmasitas, de noche tango y cantar, los domingos tes danzantes, los lunes desolación, hay de todo en la casita, almohadones y divanes. Como en botica cocó, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta al amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Qué suave terciopelo, la media luz de amor. Todo a media luz, crepúsculo interior, qué suave terciopelo, la media luz de amor. Концерт Луизы Мариваль. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, до встречи. Ты уходишь?
Подожди, я быстро переоденусь. Нет, дорогая, тетя Клариса одна в ложе. О, подождет. Я должен быть учтивым. Она единственная, у кого я могу просить твои руки. Когда ты намерен это сделать? Сегодня. И ты снова будешь Мартой Андрео. Новость за новость, мой дорогой. Сегодня состоится последнее выступление Луизы Мариваль в Буэнос-Айресе. Вы? Где ты ходишь? Ты ведь знаешь, что я не могу одеваться одна без моей служанки? Дай платье для первого номера. А, я знаю, что плохо поступила. И прошу вас прощения. Но я не виновата, поверьте. А кто виноват? Я сказала, что приеду. Да. И я тут. Простите, но сейчас все изменилось. Ну, конечно, ты заработала кучу денег. Они ваши. Я выступала как Луиза Мариваль. С деньгами потом. А сейчас надо одеваться. Я сегодня выступаю. Я умоляю вас. Если я сегодня не выйду на сцену, все узнают, и публика, и пресса. И разразится грандиозный скандал. Но он мне не повредит. Скорее послужит рекламой. Но мне повредит. Умоляю, дайте мне спеть. Я вас буду благодарить всю жизнь. Меня не интересуют твои благодарности. Это же последний спектакль. Для меня первый. Позвольте мне петь сегодня. Только сегодня. Довольно болтовни, я не желаю слушать. Хочешь, чтобы я созвала всех и объявила тебя самозванкой? Это вам не удастся. Я сказала, что сегодня я буду петь. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parao. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperao. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de pinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Я тронута. Я хочу попрощаться и сказать вам спасибо в последний вечер. И что бы ни случилось со мной, я хочу, чтобы вы знали, сердце свое я отдала вам. На этой сцене у вас
Я спела свое первое танго. А сегодня, кончая гастроли, свое последнее. Пожар! Пожар за кулисами! Иди туда! Идите через запасной выход. Я постараюсь успокоить публику. Огонь, Мерси! Что? Боже! Неужели поверь на выход! Спасайся! Там Луиза! Вернись, Марта! Марта! Сеньорита, вернитесь! Вернитесь, это опасно! Как она себя чувствует? Все так же, Дон Дарио, по-прежнему. Вчера ей было лучше. Да, и сегодня тоже ничего. Но она считает, что все ее обманывают. Доктор настроен оптимистично? Да, да, он повторяет ей каждый день, что это не опасно, что у нее все пройдет, что надо только терпеть. А для нее как раз самое трудное – это терпеть. Можно ее навестить? Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Ты сегодня опоздал. Извини меня. Я тебе прощаю. Ты разговаривал с Клариссой? Да. О чем? О тебе. Она мне пожаловалась, что ты никому не веришь, считаешь, что ты не выздоровеешь. А это не так. Я знаю, это нехорошо. Но какой-то голос мне говорит. Что? Это так страшно, что я боюсь сказать. Что я ослепла навсегда. Наберись терпения, Марта. Ты не представляешь, как трудно жить ночи, которая никогда не кончается. И без надежды, что когда-нибудь снова зажжется свет в моей комнате. Это вопрос нескольких дней. Ах, если бы я дала тогда спать Луизе. Никто бы не поверил, что она умерла. Напрасно она рассказала газетчикам, как ты спасла ее. Хотела вернуть себе имя. Но ведь дело не в имени. Ты пела так, как ей и не снилось. Я очень хотела хорошо спеть. А тебе известно, что Луиза Мариваль отказалась выступать? Сказала, что после тебя ей нечего делать в Аргентине. Бедняжка. Я говорила с ней. Она приходила прощаться. Еще кое-кто хотел бы тебя видеть. Ты догадываешься? Патриси? Да. Нет. Прошу тебя, скажи ей. Я не могу ее сейчас принять. Почему? Не хочу, чтобы она видела меня такой. Обещай мне, что она не придет. Хорошо. Пусть будет так. Марта, дай мне твою руку. Что такое? Только то, что я прошу твоей руки. Жениться? Да. Нет, не сейчас. Сейчас это невозможно. Ну, не сегодня и не завтра. Через 8 дней тебе снимут повязку. А может и раньше. И примерно через 2 недели свадьба. Ты согласна? Да. Пусть будет так. Если все будет хорошо. В церкви святой Кармен. Она красивая. И сразу едем в свадебное путешествие, да? Да. Сейчас я тебя покидаю. Вечером зайду еще. Нет, сегодня не нужно. Я хочу отдохнуть. Тогда завтра утром. Но все равно я буду с тобой. Мысленно. Дарья, спасибо тебе за все. Ты так говоришь, как будто мы больше не увидимся. До завтра. До завтра. Скоро свадьба, Клариса. Чья? Как чья? Ее и моя. Бабушка, когда же это произойдет? Через 2 недели, если все будет хорошо. О. До свидания, тетя. Берегите ее. Да, в добрый час. Марта, вы женитесь. Тетя, где ты? Я здесь. Тебе нехорошо. Я не могу больше. Хочу знать, ослепла я или нет. Пока еще ты не ел. Потерпи, пройдет несколько дней. Я не могу больше терпеть. Что ты хочешь? Я хочу знать. Сегодня теперь же знать. И ты должна мне помочь. Я позову доктора или медсестру, они скажут. Не зови никого. Дай мне зеркало. Марта, послушай. Дай мне зеркало. И закрой шторы окно, пожалуйста. Потому что я боюсь света.
Не понимаю, не сказав ни слова. И никто ее не видел. Когда принесли ужин, их уже не было в комнате. Почему никто не видел, как она уходила? Возможно, они ушли, когда была смена дежурства. Ушла, не сказав, куда и почему. Это странно и опасно. Для нее? Она убежала, не закончив лечение, не зная, вылечилась или нет. Еще есть сомнения? Без надлежащего ухода неизвестно, что будет. Нужно найти ее. С полицией или без нее. Спросите в бюро путешествий и сделайте все. Мы сделаем все, что возможно, сеньор. Надеюсь. Мне нужно знать, где Марта. Если она уехала, я поеду за ней. Если она здесь, я пройду весь город, дом за домом. Простите, я не заметила. Как ты напугал? Я такой сон видела. Конечно, засмотрелся на птичек. Птицы? Да, посмотрите, они такие красивые. Должно быть, они очень красивые. Простите, я не знал. Берите, я их дарю вам. Они хорошо поют. Спасибо. О чем говорит тебе эта музыка? Мне музыка уже ничего не говорит. А мне говорит. Мне вспомнилось наше путешествие. Океан за бортом корабля. Небо, усыпанное яркими звездами над палубой. Романтика. А я только одно запомнила из того вояжа, что на том пароходе мы ели очень вкусные вещи. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia me verán volver. Volver con la frente marchita, la fiebre del tiempo latiendo en mi sien. Sentir que la noche es eterna, que la vida no es nada, que sin luz la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Они правда красивые, эти птички. Да. У них брюшко желтое. Да, брюшко желтое. Дай мне их сюда. Дома с ними будет не скучно, они будут нас развлекать. Хватит! Лопнула струна. У меня? Нет, сеньора, у контрабаса. Не выдержала вашего мощного голоса. Придется заменить. Голос? Нет, струну. Сколько будет стоить? Пустяки. 5 дура. Или 3. Да, точно, 3. 3 дура. Я дам вам 6. Возьмите еще одну в запас на всякий случай. А, спасибо, хорошо. Значит, завтра в этот же час, Доня Клариса? Да, я буду ждать. Если найдется что-нибудь мясное, например, филе или телячьи котлетки. Найдется. До свидания, Доня Паула. До свидания, до завтра. Смотри-ка, 6 дура и чудесное филе, совсем неплохо. Стой, стой, я помогу, куда ты? Боже мой, не могу ступить шагу без твоей помощи. Хоть бы нам поскорее удалось найти моего отца. Твой отец сейчас, наверное, ставит Аиду в Полинезии. Я должна зарабатывать. Но как?
Не могу придумать. А меня сейчас осенила одна идея. На эти деньги я помещу объявление в газете, и у меня не будет отбоя от учеников. Иди сядь. Не хочу. Надоело сидеть. Мне хочется походить по комнате. Самой. Я хорошо знаю, где что стоит. Я верю, ты знаешь лучше меня. Ты видишь? Я иду и ни на что не натыкаюсь. Звонят. Кто это может быть? Вы! Откуда вы взялись? Она здесь. Позвольте мне войти. Нет, минутку. Я должна сказать, что вы здесь. У нас такой беспорядок в комнате. И ради бога, когда вы увидите что? Ее... Может, вы придете позже? Не сдвинусь с места, пока не увижу ее. Ай. Кто там, тетя? Иду. Ну, пожалуйста, подождите, потерпите минутку. Я позову. Кто это? Один человек. Ты догадываешься? Папа? Нет, Дарио. Он не уходит. Это должно было случиться. Ты ему не сказала? Нет, я ничего ему не сказала. Ты ничего не двигала? Нет. Стулья стоят на своих местах? Да. Дай мне книгу. Какую? Какую-нибудь. То, что ты мне читала. А, вот. Я ее так держу? Да. Пусть он войдет. Жалость не может заменить любовь. У меня хватило сил помнить об этом. Жалость не заменит любовь. Пожалуйста, если уж так настаиваете, войдите. Она совсем поправилась, правда? Вполне, да. Входите, прошу вас. Марта! Почему ты заставила меня ждать? Неужели ты не хотела меня видеть? Ты не ошибся. Я не хотела тебя видеть. Почему ты убежала? Я искал тебя всюду. Не думай, что это было так просто. Чтобы узнать о тебе, я долго разыскивал твоего отца. Значит, тебе повезло. Ну, как он? Постарел и одинок. Одинок, а его жена? Она давно бросила его. Может, так лучше, меньше волнений. Или больше. Тетя, ты можешь нас оставить на минуту одних? Я? Да. Пожалуйста, если это так необходимо. Я попытаюсь быть краткой. Мне казалось, что я люблю тебя. Тогда я поверила в это, но ненадолго. Ненадолго? Разлука — неплохой советчик. Я поняла, что допустила ошибку. Значит, все, что ты мне говорила тогда, было неправдой? Забудь об этом. Как я могу забыть? Так же, как я, все забывается. Плохое и хорошее. Как будто ничего и не было. Тогда я хотела успеха и была готова на все ради этого. Теперь я не хочу больше лгать. Я не люблю тебя. Так значит, я искал тебя напрасно. Напрасно сходил по тебе с ума и тогда, и теперь? Да, напрасно. Я все тебе сказала. Прости меня. И думай обо мне, что хочешь. Больше я не хочу тебя видеть. И ты мне говоришь это после всего, что было? Да. Неужели ты хочешь снова затеряться в этих городишках? Не знаю, когда ты больше лгала. Когда выдавала себя за Луизу Мариваль, или когда говорила, что ты меня любишь. Ты прав. Только это ты мне и скажешь? Нет, не только это. Оставь меня. Хорошо. Я могу для тебя что-то сделать? Нет. Оставь меня. Почему? Можешь ты быть со мной откровенной? Почему ты не смотришь мне в глаза? Если ты хочешь, но и в глаза я скажу то же самое. Уходи. Прошу.
прошу тебя об одном. Уходи. Когда ты позвонил ко мне, я сидела у окна и читала книгу. И я тебе помешал? Извини. Нет, не очень. Но этот роман такой интересный. У него счастливый конец. Это я и хотела бы узнать. Я понял. Тебе немного осталось до конца марта? Нет. Не очень. Да-да, отлично понимаю. Стремление скрыть свою беду – обычное явление у таких больных. Они часто и к врачу не обращаются. Это не первый случай. Нет, ты заинтересовал меня, я попытаюсь. Что делать? Иногда и врачам приходится становиться актерами. Ты прав. Да, газета с ее объявлением у меня. Не волнуйся, уж как-нибудь найду эту улицу распятия на окраине. Добрый день. Здравствуйте. Здесь обучают игре на контрабасе? Да, сеньор, да. Пожалуйста. Я пришел по объявлению в газете. Скажите, вас устраивают условия? Да, вполне. И когда вы хотите приступить? Хоть сегодня. О. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, здесь контрабас, вот я и вот вы. Ну, снимите пальто и чувствуйте себя как дома, сеньор. Благодарю вас. Простите за любопытство, вы хотите давать концерты или играть в оркестре? Нет, сеньора, для собственного удовольствия и назло своей супруги. Вот моя визитная карточка. Да. Эладио Феррера, врач. Я окулист, сеньора. Ты слышишь, Марта? Смотрите, какой у меня ученик. Глазной доктор. Просто не верится. Почему не верит? Что здесь странного? Извините, разрешите мне ваши очки? Ага. Гиперметропия и астигматизм. Эти стекла слабоваты для вас. Доктор, я хочу вас попросить. Да? Это касается племянницы. Сеньориты? Да. Тетя, оставьте меня в покое. Не знаю, пришел ли он к нам случайно, по объявлению, или подослал кто его. Прошу оставить меня в покое. Чудесные глаза. Они меня интересуют. С профессиональной точки зрения. Что тебе стоит, Марта? Дай ему посмотреть. Можно закрыть? Да-да, я и сама хотела. Можно задернуть штору? Да-да, сейчас, сейчас. Прошу вас, сеньорита, откройте пошире глаза и постарайтесь не мигать. Делай все, что хочешь. Положи ее в лечебницу, если нужно. В этом нет необходимости. Она может оставаться у себя дома. Лечение несложно и вовремя начато. Неужели уже поздно? Нет, совсем не поздно. Но ты меня не торопи. Я еще не налюбовался на ее глаза, и потом я хочу научиться играть на контрабасе. Это правда, она будет видеть. Да. Если бы ты брал меня с собой, это бы ускорило дело. Нетерпеливость в нашем деле никогда и никому не приносила пользы. Буду ждать. Ладно. Дорогие мои. Боже, тетя Клариса, и вы, доктор, я не знаю, как отблагодарить за то, что вы сделали, если бы только вы знали. Это моя профессия, я не сделал ничего особенного. Доктор, я для вас приготовила подарок, вы понесете его на спине, когда мы возобновим занятия. Я забыл об этом, откровенно говоря. А что касается подарка, вы же отлично знаете, что я его не приму. Да, знаю, но мой подарок особенный. Отказаться от него вы никак не посмеете. Я дарю от всего сердца. Играйте на здоровье. Это вы мне? Уйдите, может, доктор? Нет, 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 берите, он ваш.
словно с родным отцом расстаюсь. Но вы любите контрабас, и я буду спокойна за свой инструмент. Благодарю. Пока оставлю здесь. А? Заберу завтра. Будьте здоровы. В добрый час. До свидания. До свидания, доктор. Еще раз благодарю вас. А если хотите, я спущу контрабас через балкон. Он уже привык к этому. Не стоит, спасибо. До свидания. До свидания, доктор. Всем я обязана тебе, я так счастлива. Ты правда видишь так, как раньше? Мне даже все кажется еще более красивым. Ты сама выглядишь моложе и красивее. Доктор, вернитесь, ей стало хуже. Я счастлива, счастлива, тетя. Не совсем, детка, не обманывай. Не веришь? Ты сама знаешь, чего тебе не хватает для полного счастья. Донья Клариса! Донья Клариса! Что вы хотите? Тут один сеньор хочет видеть вашу племянницу. Скажите ему, пусть зайдет. О, вот неожиданность, это, наверное, он. Я не хочу его видеть, тетя. Почему не хочешь? Ну, потому что так неожиданно. Ничего не поделаешь, он уже пришел. С такой прической? Приведи себя в порядок. С чего мне начать? Может, попросить прощения? Нет, не думаю, что в этом будет необходимость. Он прекрасно воспитанный молодой человек. О, он уже здесь. Иди, сама ему открой. А я схожу, пожалуй, что-нибудь куплю. Не уходи, тетя. Почему ты стоишь? Иди, открой ему, он ждет. Это я, Марта. Папа! Айва, 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 Вилонио, ке Мария, айва, айва. А где сеньорита Марта? Они все уехали сегодня утром. Какой-то бедняга заявился, вроде бы ее отец. Куда они уехали? Договорили, в турне. Но куда? Не знаю, они мне не сказали. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa es siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego. Su respiración, angustia de sentirme abandonada y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer las rosas muertas de mi juventud. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Сеньорита Андреу, настало время репетиции. Хор и оркестр уже готовы. Да-да, но я не буду надевать костюм. А где папа? Вот он идет вместе с новым импресарио театра. Вам повезло, маэстро. Если бы вы не выполнили условия контракта, все бы оказались за решеткой. Ну что вы, посмотрите на мою труппу. 40 отличных певцов и моя дочь. Мне все равно, я на опере засыпаю. Вы ведь раньше были владельцем гостиницы? Да, но теперь за проживание артистов я сразу вычитаю с кассы. Скажите, а понравится публике? Сегодня вы услышите Марту в произведении Верди. Только подумайте. Я его не знаю. Но если сюжетец веселый, это самое главное. Это нравится публике. А теперь репетируйте. К 4 нужно освободить помещение для петушиного боя. Я знаю, ты делаешь это только ради меня. Спасибо тебе, дочка. Не думаю, что это жест с моей стороны. Не терпится услышать, как ты будешь петь Лючию. Жаль, что не смогу аккомпанировать тебе с оркестром. Нет уж той силы в руках. Не беспокойся, все будет хорошо. Настраивайтесь. Эй, контрабас, будьте внимательны. Уж я-то знаю наизусть эту партию. Что ты делаешь с этим прожектором? Я его проверяю. Не надо сюда светить, он мешает. Хорошо, маэстро. Тетя, подожди, пожалуйста. Наконец-то. Ты больше не убежишь? Нет, не убегу, милый. Уехала, не сказав ни слова. Не хотела тебя связывать. Не оставила адрес. А разве это нужно? Я же пою под своим именем. Марта, мы тебя ждем. Да-да, папа, иду. Оркестрантам надо платить, а я не Рокфеллер. Сейчас приду. Начинайте вступление. Дорогой, увидимся после репетиции. Не могу ждать. Столько нужно сказать. Но ты мне скажешь через полчаса, если не забудешь. Постараюсь. Но я и так все узнаю. Что ты хотел сказать? Ты смотри на меня и думай изо всех сил. Я кричать буду мысленно, и ты поймешь. Как если бы ты говорил. И ты мне ответишь. Да, отвечу. Делаешь это ради отца, правда? Я знаю, что у тебя доброе сердце. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, al olvidar al que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión. A llorar tu amor. Когда я увидел тебя впервые, мне показалось, что ты легкомысленная девчонка. Что-то вроде... Манекин, манекин, Мелета, кокета, наци. Манекин, Maniquí, soy fría, muy fría de aquí. Потом я понял, какая у тебя чистая и светлая душа, и полюбил тебя. Nada, nada de eso me incitó al deseo. Nada, nada de eso me rindió al amor. Es solo tu alma.
tan pura es solo tu alma. Ты помнишь, мы прятали нашу любовь и скрывали ее от всех. Y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Ты убежала от меня. Я думал, что больше не увижу тебя никогда. Мария. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Кто тебе сказал, что любви нет? Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. А теперь скажи мне то, что я хочу от тебя услышать. Я жду. Yo te quiero, vida mía, desde el día que llegaste junto a mí y no supe lo que hacía, vida mía enamorada.